После проведения всех работ в Великом Устюге появится крупный аэропортовый комплекс, который будет обслуживать среднемагистральные самолеты из всех крупных городов России. Уже сегодня есть договоренности с авиакомпаниями об открытии регулярных рейсов, отметил глава региона. С началом нового года начнут завозить строительные материалы, выполнять отсыпку, подушки и асфальтирование. Если не будет срывов, то проект реконструкции подрядчик пообещал завершить полностью к ноябрю 2019 года. По контракту срок окончания работы предусмотрен середины 2020 года. Оптимальным вариантом будет сдача аэропортового объекта к следующему туристическому сезону, чтобы желающие могли добраться до Великого Устюга напрямую, отметил Олег Кувшинников. Также приведут в порядок и здание аэровокзала. Затраты на себя возьмет областной бюджет. Это капитальный ремонт здания, замена всех инженерных коммуникаций, замена оконных блоков, замена дверных блоков, замена, перепланировка, замена теплового узла и замена кровли. После этого мы выполним навесной фасад, который завершит те работы, которые мы планируем. До июня месяца должен быть разработан проект капитального ремонта здания, и в августе месяце такие работы должны быть начаты. До конца 2019 года аэровокзальный комплекс обновленный должен войти в строй и принять первых пассажиров.